Привет, друзья! Давненько я ничего не снимала, на это были свои причины. А сейчас, наконец-то, появилось желание что-нибудь снять. Декабрь выдался насыщенным, было очень много заказов. Сейчас заказов практически не будет. И поэтому я решила перед тем, как выйти на работу, снять несколько видео. Чисто даже для себя, потому что я соскучилась по монтажу. Ну и просто запись таких видеороликов доставляет мне некое удовольствие. Хватит болтать, давайте приступим и что-нибудь уже сделаем. А, например, сделаем мы мешочек с рунами. Руны будут каменными, с гравировкой ручной. Мне подруга привезла такие наборы камушков. Купила она их в обычном магазине для аквариумов. Вот, они абсолютно разные фракции. Вот, причем она уже отсортировала. Вот, всякие разные. У них различаются размеры, форма. Ну, это обычная галька. Она не очень плотная, то есть алмазные боры вполне себе прилично их гравируют. Вот тут они абсолютно все разные. Даже есть какие-то светленькие. Вот, и теперь наша основная задача — это набрать 24 руны. В наморе должно быть 24 руны, это стандарт. Но есть еще 25-я руна, она называется пустая руна, но ее в основном не используют ни в гадании, нигде. Поэтому я делаю наборчики из 24. Вот. Значит, сейчас нам нужно отобрать 24 более-менее одинакового размера камешка. И после того, как мы отобрали примерно одинаковые, нам нужно сделать гравировку. Для гравировки я буду использовать бормашинку. У меня это Strong 204 с насадкой, с алмазным покрытием, то есть алмазный бор. Камень я немного смочу, чтобы бор не перегревался. Хотя на самом деле здесь нужно совсем немного сделать проточку, поэтому бор не успеет накалиться и как-то попортиться. Для начала нарисуем карандашком руну. А теперь обязательно одеваем защиту для дыхательных путей и глаз, потому что каменная пыль нам в легких, ну, совершенно не нужна. Достаточно глубоко я сделала гравировку, чтобы краска со временем использования рун просто, ну, не выбралась оттуда. И таким образом делаем весь набор. Вот такой наборчик у нас получился. Все руны выгравированы. И сейчас нам нужно... В принципе, они и так красивые. Ну, то есть виден рисунок четко. Но я все-таки хочу его сделать цветным. У меня есть такая серебристая краска акриловая, ею мы сейчас и будем делать. Я выбрала не белую, я выбрала серебряный цвет, ну, немножко сделать условно побогаче руны. А также беру влажное полотенце, бумажное. Ну или тряпочку как-нибудь, чтобы сразу вытирать руну о полотенечко, чтобы краска не успела засохнуть и осталась только там, где нам нужно. Беру любую кисть и буду наносить краску. Наношу обильно, чтобы она была, ее было достаточно много в самой гравировке. Вытираю об поверхность, чтобы полотенечко не попало в гравировку. Тем самым оно оттуда не выходит. И вот так у нас получается.
Акрил остается только в месте гравировки. Ну и продолжаем так со всеми рунами. Так, ну что, вот я покрыла всю резьбу акрилом. Получилось вполне симпатично. И теперь мне осталось сделать одно действие, это покрыть льняным маслом. Когда масло минерализуется, камни приобретают такой блеск, вот, и выглядит более симпатично. Вот так и выглядит камешек без покрытия маслом. Ну, то есть он, да, он блестит, потому что галька глянцевая, но все же есть отличие. Вот. И после покрытия маслом он становится такими вот глянцевыми. А когда масло минерализуется, оно, конечно же, приглушит такой блеск, не будет таким ярким. Но будет примерно вот такими. Очень приятный. Приятный на ощупь. Чем-то похоже на конфетки M&M's по такому, по ощущению. Ну и плюс они такие прохладные, в отличие от деревянных. Также для рун я делаю такие мешочки из кожи. Они могут использоваться не только под руны, но и как монетницы, допустим. Вот. Вот так выглядит. И хранятся там очень удобные на затяжке. И плюс кобурная кнопка. Вот. По мне так очень симпатично. Удобно хранить, удобно с собой носить. При необходимости использовать. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам показать на сегодня. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.